Мы команда из Белорусского государственного медицинского университета. В этом году мы всех удивили и даже себя. Мы заняли первое место по ОБЖ. Это, я считаю, очень важно и очень хороший показатель. Мы команда Белорусского национального технического университета. Мы уже участвуем в этом конкурсе очень давно. Тестирование в этом году, конечно, меня очень удивило. Мне сказали, что я не очень много количества баллов набрал, хотя очень сильно готовился. Нас привели всех в одно помещение, мы познакомились с командами. Тут нам говорят выходить нашим куратором, мы одни остаемся, пишем тест по ОБЖ. А я думал, что тест, не знаю, хотя бы не сегодня или там позже чуть будет. Ну, в общем, нам раздали листочки, начали писать, и, как оказалось, первое место заняли. Ну, вопрос, можно сказать, что были особо сложные. Вот, в принципе, все было достаточно просто. Да, конечно, результат у нас был не совсем тот, который мы хотели, но мы будем в целом, стараться. Да, мы будем стараться. Нашу команду зовут Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. На конкурсе ОБЖ нам нужно было ответить на 50 вопросов за 50 минут. Конечно, мы справились быстрее, даже не в два раза. Многие вышли уже за 15 минут. Тимофей, капитан. Мы команда Белорусского государственного университета физической культуры. Приехали на этот конкурс уже не в первый раз. Среди них есть наши ветераны Богдан, Александра, Глебка. Вот, нам тут очень нравится. Визитку мы делали сами. Представили ее очень хорошо, лучше, чем на репетицию. Вот, ну, конечно, были какие-то там недочеты, можно было сделать лучше, но все хорошо. Помимо конкурсов, мне также очень понравилась сама подготовка. Мы собирались каждый день, все вырисовывали, и у нас был очень реквизит большой в сценке. Ездили за картоном, за красками, и все это очень дружно делали, поэтому вышло, по-моему, очень замечательно. Мы команда Белорусского государственного университета. Собственно, участие студентов «Безопасность в будущее» было лично нашей инициативой. Наше выступление действительно запомнилось каждому, поскольку в самом конце выступления с флагом Белорусского государственного университета я умудрился упасть. Визитку мы придумывали вместе. Помогала нам также девушка, которая работала с нами из МЧС. Подсказала нам с театром теней. Это было очень эффектно. Визитная карточка у нас была, ну, в принципе, она была классная. На визитке, в частности, генератором идеи у нас был это Стас. В конце его акробатический номер. Я думаю, они, во всяком случае, запомнились большинству. В этом году организаторы удивили нас своими конкурсами. Мы совсем не ожидали таких конкурсов. Нужна была особая подготовка, чтобы их проходить. А мы пришли совсем не подготовленные, но тем не менее команда нас спасла. Конкурс «Студенты безопасность в будущее» – важный этап в жизни каждого студента. Этот конкурс дал нашей команде и другим ребятам огромный опыт и, безусловно, очень-очень сильные и жизненные эмоции. «Тропа выживания» – это был очень интересный конкурс, в котором мы смогли проявить как свои акробатические способности, так и способность работать с альпинистским оборудованием. Для меня этот конкурс был, не сказать, чтобы новым, я в детстве лазил по деревьям,
кое-какой опыт имеется, но когда ты работаешь в реальной обстановке, когда ты видишь своих сокомандников, за них переживаешь, это непередаваемое ощущение. После веревочной переправы там было испытание болота. Оно мне сразу не понравилось, потому что у меня проблемы с координацией. Но я ее сначала прошел, вот, гайки соединил, было все легко, потом обратно проходить, и на последней досточке упал, и все, заново начал проходить. Очень сложно было сосредоточиться и переключать карабин с одной веревки на другую, потому что руки трясутся, ты пытаешься быстрее все сделать, чтобы не подвести команду. И, конечно, там эмоции просто зашкаливали. Ну, как оказалось, у нас прекрасно организованная команда, когда у нас была тропа выживания. Вся команда организованно подняла все шины быстро и организованно начали ее проходить. Конкурс «Честного дня» начался с того, что мы стояли всей командой и выливали воду с лодки, чтобы не утонуть прямо в ней. Но по итогу все равно у всех ноги были мокрые. Было тяжело, когда тебя, например, садят в лодку с одной стороны ты, а с другой очень сильный мужчина, и ты должна как-то по силе с ним сравняться, чтобы лодка в сторону не уходила. Очень понравилось в лодке плавать, вести. Ну, сначала, конечно, мы не совсем понимали принцип правильных грибков. Но потом поняли, поднажали, все быстро забрали, сделали. Ну и успешно прошли этот конкурс. Хватай, хватай, нырянь! Получилось, что у нас еще и гребли и девочки. Девочки учились плавать с моторчиком, а получилось с веслами. В целом, получилось достаточно неплохо, хотя можно было бы немножко получше. Куда интереснее была навесная переправа через речку. Мы отлично, на мой взгляд, справились, все слаженно работали, даже люди, которые особо не были знакомы с веревками, проявили максимальную выдержку, максимальную силу воли, справились, большие молодцы. Слаженность вся эта, эмоции, волнение, вот я сидел, у меня такие руки были мокрые и холодные, но очень много волнений для своей команды. В целом все очень круто, все понравилось. Те конкурсы, которые требуют наиболее такой физической подготовки, то есть даже ну вот с тем же самым боевым развертыванием, это даже, наверное, не сравнится. Сплоченный конкурс, который действительно сплощает нас, показывает наш командный дух. Конкуренция есть, конечно, но здесь больше какая-то дружественная атмосфера. Честно, эмоции
такие, которых не испытывала еще никогда в жизни. На самом деле это бесценный опыт, очень интересный, очень классный. Ну, в дополнение ко всему, это новые знакомства, в любом случае это очень важно в нашей жизни. В целом, все было классно. Мы любим друг друга и любим МЧС Республики Беларусь. Запоминающийся. Я много чего интересного нового узнаем. И можем поделиться с друзьями, родственниками и остальными.